Кажется, только отзвенели последние звонки, прошли выпускные, а в школах, гимназиях и детских садах Ленинского района уже закипели ремонтные работы. Причем их масштаб в отдельных учреждениях впечатляет. Так, на базе 16-й школы в эти дни идет активная замена напольного покрытия. Параллельно с обустройством общих коридоров, ремонты ведутся и в учебных классах. В школе регулярно проводятся ремонтные работы. Из внебюджетных средств выполняется ремонт классных и технических помещений школы. Это покраска стен, установка декоративных панелей, обновление мебели, технических средств обучения. В данный момент в спортивных залах нанесена разметка, и после этого будет пол покрываться лаком. Кроме этого, в настоящее время уже из бюджетных средств проводится замена половой плитки в коридоре третьего этажа. Также из бюджета начата закупка оборудования для сенсорной площадки в кабинет, где занимаются дети с особенностями развития. Конечно, так масштабная реновация проходит только там, где это действительно нужно. Так, в гимназии номер 5 благодаря поддержке спонсоров обновилось футбольное поле. Пока оно используется не так активно, однако с наступлением сентября здесь будут проходить тренировки и соревнования. В основном в гимназии идет косметический ремонт, прочистка труб, облагораживание прилегающей территории. Под руководством наставников школьники очищают зеленые зоны, пересаживают цветы. Если дети участвуют, конечно же, они относятся как к своему. Но гимназисты, они и так очень берегут свое имущество, поэтому в учреждении делается косметический ремонт, а не полностью ремонт кабинетов. Всего из бюджета на ремонт и реконструкцию учреждений образования Ленинского района в этом году выделено более 700 тысяч белорусских рублей. Частично они пошли на замену крыш. Остальные средства направятся в учреждения, исходя из потребностей. Кровлю во всех учреждениях образования, где требовалось их отремонтировать, мы уже отремонтировали. Сейчас ремонтируем полы, потолки в спортивных залах, приобретаем мебель. Я хочу сказать, что последние 3 года у нас была такая программа в районе по замене старой изношенной мебели в начальной школе на парты с наклонной поверхностью. Так вот, в этом году мы закупили уже в 100% объеме эти парты, поэтому наши дети начальной школы, 1-4 классы, когда придут в свои классы, видят, что у них теперь очень комфортно, удобно. Мебель. Завершиться основные ремонтные работы в учреждениях образования должны в августе. То, насколько рационально были использованы выделенные средства, оценит и проверит специальная комиссия, ответственная за приемку школ и детских садов.